Сегодня в Тамбове прошел второй открытый форум прокуратуры области. В формате открытого разговора обсудили вопросы государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Подробности у Олеси Кречетовой. В условиях введения Западом санкций роль малого бизнеса в развитии экономики страны и области приобрела большое значение. Особое внимание на сегодняшний день уделяется обеспечению законности нормативных правовых актов. С органами власти и местного самоуправления, в общем-то, наверное, связано это с длительностью всевозможных разрешительных процедур, если такие есть. Это, в общем-то, принятие законов и нормативных актов, которые не отвечают всем, скажем, предпринимателям, которые хотели бы видеть это по-другому чуть-чуть, да, потому что различное количество работающих у них, различные, скажем, финансовые возможности. Если для одних это все удовлетворяет, то другие, естественно, говорят, нам бы хотелось иметь какие-то льготы. В 2017 году прокуратурой области многое сделано в защиту прав предпринимателей. Выявлено более 2000 нарушений законов. К ответственности привлечено больше 300 лиц. Также во внимание незаконной проверки. В 2015 году таких проверок было 6856 и 616 отказов. В 2018 году планируется 2728 проверок, только 224 отказа. Таким образом, тот механизм, за которым наблюдает прокуратура, тот механизм, который предложен предпринимателю, он действует. В 3 раза снизилось количество проверок, и, естественно, необоснованных проверок тоже в 3 раза уменьшилось. Активное участие в диалоге приняли предприниматели, которые подтвердили значимость рассматриваемых вопросов. Предпринимательское сообщество и надзорные органы должны работать совместно, воедино. Потому что предприниматель направлен прежде всего на извлечение прибыли, на выплате зарплаты людям, на оплате налогов государству. Ну а прокуратура стоит на страже законности и прав предпринимателя. Проведение форума еще раз доказывает, что такой диалог способствует принятию мер для улучшения делового климата на территории области. Олеся Кречетова, Олег Осипов, Олег Щербаков, Область новостей.